Всем привет! С вами я, Виола и... Марьяшка, привет! Марьяшка, да. Погромче будешь говорить, чтобы тебя слышно было. Хорошо. Так, что случилось? Пришла нам... Посылка. Да, посылка. Посылка нам пришла вот. Укрпошта, головная пошта Крайны. Украины. С Украины, точнее с Одессы. Пришла посылка от Танюши. Да, это была ее инициатива. Я отказывалась, но отказа она не приняла. И спасибо большое, это очень приятно. Я не знаю, что там находится. Посылку мы получили сегодня. И вот сейчас я буду ее распаковывать. Большая вот такая вот коробка. Давайте я прям с вами... открою и посмотрю. Хотя нет, давайте я ее переверну. Там адрес, не хочу, чтобы было видно. Сейчас я вернусь. Сняла я скотч, адреса и... Так, Марьяш у нас будет хозяйничать. Доставать. Да, Марьяш, но тут доставать надо... Ой, вот такое вот. Вот это что? Ты пакет вот этот белый возьми и смотри, что там... Так, вот, убираю пуст. Ух ты, это тебе, да? Да. Может, мне? Нет, мне. Давай покажем. Вот такие Марьяши ручки. С единорожкой, с зайкой, с собачкой. Вот такая прелесть, морковка прям. Милота, да, Марья? Да. Ой, спасибо, Танечка, спасибо большое, держи. Спасибо. Так, может быть мне... Так, давайте снова я уйду на паузу. Я не ожидала, что здесь так будет все тщательно упаковано. Так, основательно, очень серьезно. Я разрежу и вернусь, чтобы не хрустеть тут с вами. Ну, не занимать ваше время. Итак, Таня меня просила открывать посылку осторожно. Я максимально осторожно открыла. И вот такие здесь пакеты. И, Марьяша, давай, начинай. Хозяйничай. Право открыть гостинцы, подарки я предоставляю Марьяше. Ага. Ну, о моей любви к платкам, палантинам известно. И вот такой красивый очень... палантин мне прислала Таня. Ну, какая прелесть. Я так люблю сочетание вот этих цветов. Сейчас, малышка. Грибного такого, вот этот коричневый такой. И лиловый. Такой не чисто коричневый, с каким-то лиловым оттенком. Я его грибным цветом для себя называю. Не знаю почему. И вот такой вот классный палантин. Огромный, здоровский. Спасибо большое. Это просто прелесть. Это что у нас? Ага. А можно распаковывать это? Ух ты, какая блузка. Да, можно, конечно. Ой, какая красота. Ой, девочки, посмотрите, какая прелесть. Это вот такой вот хлопок. Тончайший, такой приятный, как по типу марлевки, но чуть плотнее. По-моему, это даже лен, девочки, если я не ошибаюсь. Ну-ка я состав гляну. Так. Нет, это хлопок, да, катон. 100% катон. И на рукавах вот такие кружева. И эти кружева еще можно... подвязать, либо вот так вот, чтобы они... О, красиво! Очень красиво! Допустим, если я руку продену... Посмотрите, какая прелесть! А это точно в моем стиле! Я очень хочу, чтобы размер мне подошел! Классная, классная, классная кофта! Покажу, как она открывается! Ой! А что там? Ой, какая, какая собака. Собака. А у меня кофточка. Кофточка супер, супер, супер. Ой, да интересно, она мне подойдет. Хоть бы подошла.
Я скажу заранее, если она мне не подойдет, я знаете, что сделаю? Я просто сошью такого плана кофту, а вот это кружево я пущу на нее, потому что мне очень понравилось. Но я ее надену. По идее, должна вроде подойти. Так, я знаю, что я сделаю, как только выключу камеру. Дай покажи. Нет, дай мне вот так, прям закрытую, дай, Бала. Вот такой, Марьяша, подарок. Вот такая переноска игрушечная. Да? Да. А внутри вот собачка. Такой питомец, вот такой щеночек. Собачка. Да, собачка. Как назовешь? Не знаю. Вот такой маленький малыш в этой переноске. Давай Тузик. Тузик? Ну, давай Тузик. Так, дальше открывай, что? Вот такой у нас теперь тут Тузик живет в этой переноске. Ну, просто прелесть. Ты сюда своих Лол можешь тоже класть, куколок. Да, и вот так носить. О, духи. Ну-ка. Вот такой пробник Герлен. Осторожней. Опять духи. Опять духи? Ух ты, сколько у нас с тобой духов. О, еще духи. Это? Мама, сколько духов, боже мой. Девочки, посмотрите. Таня, ну, я не знаю, что мне сказать. От Сальвадора Феррагамо вот такие вот. И вот мама, такие смотри, духи. Пакет порванный. Порванный? Ничего, да порванный, порванный. Я знаю, что одни здесь, по-моему, должны быть для Эльмара. Меня терзают смутные сомнения. Спасибо вам огромное, огромное спасибо, Татьяна. Ну, я не знаю, вот, ну, честно, ну, неудобно себя чувствую. И, ну, там что? Сумочка. Сумка. И сумку. Ой, осторожно. Вот такая сумка. Да уж. Ну, Тань, буду ругаться, конечно, я. Ой-ой-ой. Буду ругаться. Вот такая черная сумка. Она тканевая, такая плотная ткань и вот такая вот отделка. Большая, крупная. Здесь собачка, здесь собачка. Да, видишь, они прям похожи. Посмотрите, какая сумка. Кармашки тут. Два отдельных кармашка. Рука здесь не встречается. Вот такая сумка. Здесь кармашек. Сзади кармашек. В общем, все как я люблю. 150 кармашков. На. Таня, ну я не знаю, вот честно. Ну, девочки, вы меня так балуете. Я. Ну, я стесняюсь, мне неудобно, мне некомфортно, мне мама, очень смотри, приятно. Треснул. Треснул, ничего страшного. Посмотрите, он с Украины пришел, так что ему позволительно. Таня, ну я не знаю, ну... Ух, какая шоколадка. У нас была такая. Вот такая огромная шоколадка. Шоколадка. И еще одна. Да. С вафельками. Ох, красота. Это вафельки. Девочки, вот такие шоколада. Гигантские две плитки шоколада от Milky Way. Вот такая. Нельзя, это там уже подъедает. Только там маленький кусочек киндер-сюрприза шоколада. Да, я поняла. Я поняла. Ой.
Вот, посмотрите, какие у меня подарки, какие у нас подарки от Татьяны из Одессы. Я, ну, не знаю, мне настолько неловко, что я слов подобрать не могу. Это очень приятно, очень приятно. Но, девочки... Я же сейчас заплачу от радости. Я от радости заплачу, от смущения заплачу, от, ну, не знаю, от всего заплачу. Спасибо большое, огромное спасибо. Я не знаю, как мне еще благодарить, какие слова мне подобрать. Это... Ну, это так приятно, это... Видимо, там собачка уже трехрамая, она может сидеть, лежать. Да? Видимо, Марияша говорит, видимо, собачку уже дрессировали, она может сидеть, лежать. Огромное спасибо вам, огромное, Таня, вы меня... Ну... У нас говорят «хаджаля чектрирсис». Я не знаю, как это перевести, но это вот точное... Точные те эмоции, которые испытываю. Ну вот, наверное, все-таки вот эта неловкость вот такая, да, как-то иначе не могу я подобрать перевод. Спасибо вам большое. Мамочка. Я еще раз хочу поблагодарить вас, Танюша. Одессе огромный привет. Как... Многие знают, у меня течет украинская кровь, во мне течет, и меня очень тянет последние годы, вообще последние несколько лет. И я в будущем году планирую поездку в Украину. Да. И кто знает, возможно, в Одессу тоже заеду, и я обязательно, если, конечно, будет желание, я увижусь. Познакомлюсь лично, лично поблагодарю за такие подарки. И вообще, еще раз хочу сказать большое спасибо. Не могу я подобрать слова, я, ну... Спасибо большое. Я буду с вами прощаться, девочки. Это очень ценно для меня, очень ценно. И всем всего доброго. Берегите себя, берегите своих близких. Спасибо за доброту, за щедрость, за то, что вы такие. Огромное вам спасибо.